Ребята, всем привет! Сегодня мы будем ловить щуку на жерлице, ну и плюс попробуем еще окуня на мотыля. Приехали мы на хорошее глубокое озеро, будем ловить сегодня втроем. Ну, посмотрим, как сегодня будет с клевом. Погнали! Мотает, нет? Она полностью вымотала. Ну все, тащи давай. Подсекать-то будешь, не? Да, он же сидит. Ну, тяжесть есть. Слабенькая. Видишь, с глубины тащу ее оттуда. Не утонул, что ли? Ну, похоже. Сколько я уже... Фильтр включи антиматовский. Есть шнурочек. Если вытаскиваешь, вытаскивай. Да, наверное, так. Ничего такое. Ну, грамм 500, наверное. Ну, не, грамм 700-800. Да какие 700? Блин, я кантер не взял. Я кантер себе купил, кстати. Да грамм 800 смело будет. Что, можно брать? Ну, все, адреса. Нужна тебе такая. Операция делать. Ну, удар хороший был. Мотает, сидит. Ну, такие рывочки. Блин, не понял. Оп. Я тебя его похвал. Я уже пошел в лоб и лежал. А, да, опять. Это жесть. Я, блин, не могу. Это погром. Офигеть. Не прикольно. Колокольчик помог. Да. Сошла уже, выплюнула. Ну, я так понял, за самый край, наверное, да, Лёх? Ну, видимо, да. Ударила, но бросила, да? Ну, да. А глубину? А? А глубину? Да, с колокольчиком прикольно. И опять не возле берега, да? Ух ты! А платычка клевала по-другому. Ай, блин. Ну да.
Давай окуни из моей лунки, запускать в твою. Тоже получше. Лёхин пупок. Я бы назвал эту лунку, да? Прям только отрываешь, вот где-то в этом месте, в самом начале. Я несколько выше клюнуло, но основные все там, возле дна. Глубокий карасик. Но мы тут наловили местных окуней. Поставим в качестве живца. Может, щуке больше понравится. Так, мы сейчас будем испытывать рыбочистку на щуке. Ну да, я так и делал. Платничку это будем на жертву оставить? Все, ребят, рыбалка подошла к концу. Будем сматываться. Всем счастливо, всем пока. Да, опять.